Ну что, ребята, зайдем внутрь этого фургона полицейского? Давай. Ну, перед началом нужно, чтобы все поставили лайк. Да, давайте, поставьте лайк, а Дорчик зайдет и покажет, что внутри этого салона фургона. Да, ребята, прямо сейчас поставьте лайк, и я зайду и покажу. Открою прям дверь и зайду. Раз, два, три. Лайк поставили, молодцы. А, спасибо, давай заходи. Окей. Так. О, вот это да! Тут пончики полицейского! Прикиньте! Очень круто! Вау! Чё, тебе нравится? Нормально? Да, вообще офигенно! Тут такой вот классный руль, пончики кушает тут. Ну и в принципе вот и все. И липучка есть. О, отлично! А, товарищ полицейский? Что? Эй, вы что там делаете? А ну-ка, у нас чрезвычайное происшествие в городе! Что? Что произошло? Извиняюсь, я хотел просто зайти посмотреть, что в вашем фургоне. Эх ты, больше так не делай, понял, да? Ладно, простите. Короче, собрались все соседи. У нас чрезвычайное происшествие в городе. Что происходит? Что случилось? А? Ты это видишь, Адорчик? Что это такое? Вы это видите? Это какая-то дичь! Он стал огромным! Что? Не может быть! Этот паук эволюционировал! Он стал еще больше! И больше будет зараза распространять! Я паучиха! Я всех тут заражу! Что? Что будем делать? Я не знаю! Нам нужна помощь! Вот это да! Что происходит? Что стало с этим пауком? Поездом! Эй! Я не знаю! Надо срочно бежать к нему! Помогать жителям! Что? Вот это да, жители! Будьте осторожны! Тут почти все жители собрались! Они все на стороже! Этот мальчик хочет меня остановить! Не тут-то было! Меня никто не остановит! И никто не зайдет ко мне! Я буду распространять много нечисти! Питер, ты это видел? Что происходит? Там паучиха эта выросла просто в два раза. Да, я видел. Что-то странное происходит. У нас чрезвычайное происшествие в городе. Шаолин, срочно нужна оружка. Давай быстрее. Надо спасать город. Отлично, я тебя дал. Иди. Защищай город. Честь нашего города. Что? Ладно, отлично. Паучиха. Ну, готовься, у меня есть оружки. Эй, будь осторожен, Адорчик. Ладно, хорошо, как скажешь. Так, ладно, давайте возьмем вот это. Попробуем кинуть туда. И раз. Ой, еще раз. И раз. Ну-ка. Пока его не задело, но она летит. Еще раз. И два. Отлично. Нет, ей все равно. Так, ладно, тогда заряжаем вот эту пушку. Yes! Смотрите, он попался. Отлично. Ау! Ах вы! Вы что затеяли? Я сейчас на вас нападу! Вот же блин! Он действительно нападает! Слышь, паучиха, успокойся! Так, вроде пока нет. И на, держи! Вот это да! Посмотрите, давайте сядем. Вау! Прям снизу можем посмотреть, что у него там. Так, подожди. Нападет ли он на меня или нет? Пока что вроде бы все нормально, не нападает. И... на! Я никак не могу его прикончить. Вот это у него зубы, конечно, страшные. Но это еще не все. У меня есть кое-что еще интереснее для тебя. Это вот эти вот ловушки. Новые ловушки. И новые оружки. И... на! Хо-хо-хо! Да, давай гаси его, Адор! Ты сможешь! Да-да-да, отлично. Пока вроде получается. На, заморозил еще! Вот это щупальце, посмотрите. Щупальца просто огромные. И на его просто начеркано. Что это такое? Кто пытался рисовать на нем? Вау. Так, я у него в доме. Пока что он меня не замечает. Так, где этот шкет маленький? Покажите мне его быстро. Паучиха, я тут. Заходи к себе домой. Давай я тебе даже открою вот этот вот заборчик. Так, отлично, она идет сюда. Смотри, смотри, смотри. Надо быть осторожным. Так... так, она заходит, паучиха огромная. Как она стала огромной, я не знаю. И...
Раз! Не получилось. Капец, смотрите! Он меня не видит? Почему? Я тут, чувак! Он не хочет меня замечать. Он даже и не нападает на меня. Что? Почему? Так, у меня глаза не видят. Где этот маленький? Я его съем. Так, тихо. Он реально меня не видит. Алло, чувак, я тут. Вот это да. О нет, он пошел гулять, только не это. А, Дорчик, лови его. А, он нас давит. Что делать? Так, ладно, давай. Я его заморожу. Так, отлично. Пока что непонятно. Ну, тогда сейчас мы сделаем так. Так, он встал, я его застанил. Он стоит на месте. Так уж и быть, машина против поезда. А ну-ка давай иди сюда. Куда собрался поездик? Так, на! А нет, он толкает меня. Нет. Поезд хочет просто раздавить тачку. Нет, он давит меня. Неужели он сильнее машины? Моей ламбы? А нет! Вот это жесть! Что это было? Я почти все перепробовал, я даже не знаю, кто его остановит. Давай тогда еще раз зайдем к нему домой. Неужели он за мной не бегает? Эй, чувак! Что? Он бежит за мной! Тихо. Давай мы его на чистую воду. Вау! Смотри, какой огромный бежит за мной! Так, ты где? Я тут где-то видел тебя. Я тут, чувак. Он просто бывает не замечает меня. И просто ничего не может сделать. Он снова бежит. Он бежит. Тихо. И... успокойся. Слышь, он за мной бежит. Что ты хочешь? Так, я хочу тебя съесть. Мальчуган, ты где? Так, давай, заморозь его. Барсик, на, отлично. Он поймал меня, но его заморозили. Вот это да, жесть какая-то. Ну чё, поездик, всё что ли? Раз. На, ещё заморозил тебя, сам же свой барчик заморозил. Ё-моё, я застрял. Он меня закрыл в угол. Я не могу перепрыгнуть. Так, всё отлично, всех соседей засунул по домам. Так, теперь... О, что? А, Дорочек, что такое? Ты посмотри назад, что происходит? Что? Да! Я стал еще больше! Ё-моё! Что происходит? А это кто такие? Что, это его подопечные? Давайте! Строй станьте! Что, не может быть? Ребята, вы чё? What? Вот это жесть! Ребята, прямо сейчас и напишите комментарий к продолжению, обязательно узнаем, что будет в следующей серии. Я, конечно, не знаю, как остановить этого паука, но, скорее всего, что-то будет новенькое в следующей серии. С вами был я, Игорь Кудрый, всем удачи, всем нравится, спасибо, что делать добро, не забывайте, наверное, всем пока.